11-й Одесский международный кинофестиваль тоже пострадал от карантина. Его перенесли с июля на осень. Организаторы культурного марафона сообщают также, что эпидемия коронавируса повлияет на формат события. Фестиваль пройдет с 25 сентября по 3 октября, преимущественно в онлайн-режиме. При этом традиционный показ на Потемкинской лестнице решили не отменять. По словам продюсера кинофестиваля Юлии Синькевич, в онлайн-формате в программе Одесского международного кинофестиваля традиционно будут проходить все программные и внепрограммные показы, а также мастер-классы и пресс-конференции. Кроме того, в онлайн-формате пройдет индустриальная часть кинофестиваля. Ожидается, что в этом году в ней дистанционно примет участие рекордное количество представителей украинской и мировой киноиндустрии.